Мы вчера как бы тоже боролись очень хорошо, но как-то вот не получилось, два гола. Невнимательно сыграли в своей зоне со вбрасыванием, поэтому и получили как бы второй гол. Вот. Ну, третий уже получили в пустые ворота. Как бы. Вот. Сегодня боролись до конца, хотели очень сильно выиграть, остаться и перенести матч в Киев. С какими ощущениями лично ты, ну и ребята по команде, твои партнеры, подходили к этой серии буллитов, поскольку если брать генералов, то для них, в принципе, ошибка еще не так, ну, не так стоила, да, как для вас. Вот сильно ли волновались? Честно, не посидели на лавочке, когда били буллиты. Особенно после серии трех, когда уже начали выходить по очереди. Чуть не посидели, очень серьезно.